Привет всем, ребят! Сегодня рассмотрим мы с вами вот такой вот наборчик. Стоит на Али примерно в период разных распродаж от 1 до 1,5 долларов плюс-минус. 2 это максимальная цена, которую я видел. Приходит просто вот так вот, как в конвертике. Изрядно потрепался во время транспортировки. Здесь оказался разорванным, вот и что-то подклеивалось на месте изгиба. Но суть в том, что это такой прикол. Клеится на любой автомобиль, желательно своего друга, товарища, знакомого. И подойдя издалека, он может испугаться, подумать, что действительно его автомобиль кто-то протаранил, прорезал и либо прошил пулями. То есть, правдоподобно это будет выглядеть или нет на автомобиле, на каком цвете. Сейчас мы с вами это постараемся проверить. Ну такое, на темных цветах не годится вообще, сразу вы определите, что это наклейка. Только людей более преклонного возраста можно таким удивить. Если на белом цвете, то ситуация выглядит получше. Машина чуть-чуть припорошится грязью, еще чем-то, тогда станет еще более правдоподобно. Но опять же, вот эти вот белые окантовочки, судя по отзывам других людей, покупателей, со временем начинают у кого-то желтеть, у кого-то синеть. Поэтому абсолютно становится похоже на ту самую наклейку, которой она и является. Так что вот так. Один раз испугать кого-то, подшутить, возможно, и подойдет. Но какого-то эффекта вау здесь ожидать, естественно, не стоит. Вот такие вот дела, видите, грязью прибило все. Ну, издалека немножко похоже. Напугать кого-то все-таки удалось. Но опять-таки, пока не подошел и посмотрел, увидел, что это наклейка. Так что вот так вот, до встречи!